Мы очень внимательно следим за реакцией наших граждан, и, конечно же, многие жители беспокоятся, что происходит в магазинах, переживают, что нет тех или иных товаров. Именно поэтому сегодня вечером я по поручению губернатора Андрея Юрьевича Воробьева я здесь. Были сообщения, что есть проблемы с полками в гипермаркете «Гиперглобус», поэтому мы приехали в сердце торговой сети, это распределительный центр, куда приходят товары от производителей, дальше формируют заказы по конкретным магазинам, их более десятка, расположенных не только в нашей Московской области, но и в соседних регионах. И уже отсюда машинами распределяется до конкретных торговых объектов, где потом впоследствии попадает на полку. Конкретно вот эта партия товаров, она сейчас куда поедет? Климовск. То есть вот я правильно понимаю, что да. Это штрих-код Климовск? Да. А ночью работаете, отгружаете? Конечно, все. Вот мы прям целый сутки работаем. По смену, да. 12 часов смены. С 8 до 8. Значит, как мы видим, склады полные, весь ассортимент товаров присутствует в полном объеме. Как нам только что рассказали сотрудники склада, очень серьезно увеличился объем и работа, дополнительная нагрузка на сотрудников, поэтому он сейчас работает в круглосуточном режиме. Безусловно, мы чувствуем повышенный спрос, но не надо переживать, достаточно продуктов, не подводят нас производители, поставщики. Склад работает на полную мощность. Если сегодня мы по какой-то причине опоздали или, может быть, не успели до смены полки приобрести, то нет переживаний, продукция непременно доедет и появится на соответствующих полков магазинов. Очень внимательно следим за этой ситуацией, на связи с нашими коллегами из Федерального министерства сельского хозяйства. И в случае, если вдруг возникнут какие-то сложности и нужно будет дополнительный объем представить в наши магазины, то мы работаем с поставщиками из других регионов. И в случае необходимости весь спрос, который есть, он, безусловно, будет удовлетворен.